Друзья, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про новый кроссовок. Я даже, у меня ботинком даже не поворачивается язык его назвать. Alpinestars Faster 3 Ride Knit. Это новая модель уже знакомых, в принципе, вам ботинок для городской езды. Но здесь существенное отличие от предыдущих моделей в том, что вы видите, он сделан наполовину из ткани. Если посмотреть поближе, вы видите, что это такая плетеная ткань, и она очень хорошо пропускает воздух. То есть башмак очень хорошо вентилируется. При этом он сохраняет жесткость и все свои свойства защитные. Смотрите, если мы откроем здесь, вы видите, верхняя часть язычка, она сделана из более прочного кожзаменителя, который долговечный, и, соответственно, здесь липучка, которая позволяет максимально плотно и комфортно закрепить ботинок на ноге, и эта часть язычка, она будет служить долго. Нижняя же часть язычка, на которую меньше приходится такие вот механические всякие трения, она сделана из ткани, и, соответственно, когда вы едете на мотоцикле, естественно, нога у вас вот так вот немножко наклонена вперед, сюда попадает воздух, и нога очень хорошо вентилируется. В правильных местах, где мы переключаем передачи, нажимаем на тормоз, башмак усилен. Здесь как раз-таки тканевой части нет, здесь все плотно, здесь кожа. Шнурочки, которые плотно закрепляют ботинок на ноге. Отдельно хочу отметить жесткую пятку. Важно же, несмотря на то, что это достаточно такой легкий ботинок, да, он при этом хорошо держит голеностоп и защищает его от нежелательных повреждений, от травм. И так вот, голеностоп держится плотно в этом кроссовке, и у него очень жесткая пятка. Соответственно, стопа закреплена, не елозит, никуда не смещается. Это все очень хорошо. Много вентиляционных всяких отверстий здесь. Вот тут даже есть сбоку специальная перфорация. Плотная, жесткая такая, серьезно жесткая подошва, при этом она сделана из качественной резины, не скользит. И внешняя часть ботинка усилена пластиковой защитой на случай, соответственно, если вы где-то там, не знаю, может быть, слишком сильно заложили мотоцикл в поворот и черканули по асфальту. Ну и вообще вот это место, оно обычно подвержено, максимально подвержено всяким механическим повреждениям, поэтому здесь производитель это как раз-таки усилил. Отдельно еще хочу остановиться на подкладке. Тоже все очень качественно сделано, прошито. И внутри подкладочка сделана из мягкой такой сеточки. То есть ноге будет максимально комфортно, и при этом она будет дышать. Я для езды по городу тоже выбрала себе такие же кроссовки, ботинки, даже не знаю, говорю, как правильно их назвать. Они есть в разных цветовых гаммах, вот есть для кого-то любит поярче, с белыми полосочками. На мне сейчас надеты ботинки в черной версии. Также есть еще мужская модель, есть женская модель. Женская модель называется Stella. Она уже, соответственно, сшита, скроена с учетом анатомических особенностей женской стопы, женской ноги, потому что женская стопа, она обычно поуже чуть-чуть, а для мужчин делается чуть-чуть пошире. Так что приезжайте в салоны Bikeland, выбирайте себе по цвету, по фасону то, что вам нравится. Поверьте, для жаркого лета это просто идеальный вариант на каждый день.